Это можно назвать боевик среди животных. Вот фильм вышел свеженький, 2021 год, первый сезон, 51 минута серия. И тут показывается на всех континентах красочно, зрелищно эти все хищники, как воздействует их яд на других животных и на человека. Когда человека можно только искусственным дыханием спасти, к примеру, как там от морского этого вот красочного там существа. И вот посмотреть, смотрите, как тут кадры идут. Все яркое, цветастое. Ну, тут сейчас про змей в Австралии начинается. Змеи родились, другая змеюка их поела. И смотришь континент, степь, и сколько этих всех рептилий, по-нашему, гадов. И одна вот змеюка съедает другую, съедает мышей, парализует эти яды. Ну, то есть тут такое, как говорится, скорпионы, как они вот это все. И смотришь на их глаза, на лапы, и думаешь, это ясно, что это инопланетное все. Вот такое. Этот крысеныш и ящерица поедает. Смотрите, какая у нее кожа такими наборами сотами сделана. Такая видно, что прочная, лапы, все, как они дерутся за обладание самкой. Но одним словом, кто любит такое вот зрелищное и боевики, вот это вам посмотрите про природу. Вот этот, как оно называется, я уже не помню, что с этими, такие вот пятна синие включаются в него и пульсируют в секунду 3 раза. Представляете, вот так вот, как сделано, как, ну, светодиоды у него. Ну, то есть тут как на крабиков охотятся, все, и смотришь на этот животный мир, что все идет на поедание одного другим, это пищевая цепочка, и думаешь, что если даже куда-то поедешь, то надо у местных спрашивать, где что можно ходить, где нельзя ходить. Смотрите, какие вот эти все цветастые идут, ну, вот, существа. А лапка каждая, хвостик, сколько там этих всяких соединений, этих вот хитиновых покрытий, всего остального. Ну, просто тут диву даешься этому природному разнообразию. Ясно, что это какой-то архитектор делал, вот этих всех выводил с помощью ДНК, каких-то там функциональных этих, с других планет завезли сюда, потому что такого разнообразия, что тут идет, ну, я оставлю ссылку под видео, кто хочет, зайдет, посмотрит, ну, что это, ну, нереально, как говорится, страна съемки Австралия, так что впечатление, если хотите глянуть «Борьбу за жизнь», прочитайте для людей книгу Джека Лондона «Морской волк», фильм лучше не смотрите, а уже прочитайте книгу, и вы увидите, что такой мир, что побеждает сильнейший. То когда социализм, так все равны, и каждому даровано, ну вот, право на жизнь. А так, если вы в капиталистическом мире мало сил имеете или мало денег, получается, что только надо уходить с этого мира другому на питание. Ну, вот так вот я вам показал на YouTube-канале, тут фильм или сериал набираете, можно посмотреть что-то интересное, то, что вас заинтересует.